Надо опробовать новый арсенал. Плохое начало. Нет, так не годится. Чё-то мне стрёмно уже. Так, братишка, я скинул тебе новые координаты. Раджи, помоги мне. Я потерял все способности. Ни Юджиновской нет, ни моих старых. Что? Будь там, я еду. Нет, я тут у всех на виду. В паре кварталов отсюда есть один переулок. Я понял, подъеду туда. Ну как так можно, а? Не распыляйся. О, повезло им, что у меня силы пропали. Слава богу, ты здесь, Редж. Нужна твоя помощь. Погоди, стой. Говоришь, ты потерял все способности? Да, все способности. Ни дыма, ни неона, а геймерские... Так это же хорошо! Отличные новости, брат! Что ж тут хорошего, если за мной охотятся тысячи солдат Деза, а я как голый? Вспомни, мы хотели найти способ тебя излечить, так вот он! Ты больше не биотеррорист! Все, конец! Делсин, мы можем ехать домой. Домой? Слушай, ты старался изо всех сил, так? Племя знает это, я тоже. Чудо, что ты вообще выжил! Так вот, пожалуйста, давай завяжем с этим, пока не поздно. Скажи честно, ты на моем месте уехал бы домой? Безусловно. На твоем месте, да. О, пусть Делфин. Я булыжники в нее буду кидать, но я достану Августину. А так как мне бы не хотелось разыгрывать сценку про Давида и Голиафа, мне очень нужна твоя помощь. Так если ты уже принял решение, тогда зачем тебе я? Ну... Если у меня есть шанс вернуть способности, то только через ретрансляторы. Конечно. Но, черт, Редж, без моих способностей мне его в жизни не вскрыть, так что... Мне вообще-то нужен не ты, а твой пистолет. Нет. Нет, 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 пистолет я тебе не дам. Не дам и точка. Ты... Но зато, возможно, я могу одолжить пару пуль. Спасибо. Я наверняка пожалею, что спросил, но какие новости? Ты лучше отойди подальше. А, хорошо, что я отошел. Ну, может, в следующем будет что-нибудь стреляющее или там, ну, ударяющее. Я тебе сообщу. Ну нет, я иду с тобой. Нет, 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 не идешь, я сам. Силой невидимости ретранслятор не откроешь, так что без меня тебе все равно никак не обойтись. Тем более, ты не знаешь, где он. Ну, если выбирать одну силу, невидимость не так уж и плохо. А то! Я подростком о таком, знаешь, как страстно мечтал. О! Все, закрыли тему. Вот он. Отлично, Редж. Заставь его расколоться. У!
У-ху-ху! Джекпот! Я надеюсь, потому что к нам на всех парах мчится Дес. Да, создаю вещи силой мысли. Видал? Просто обалдеть! Элсин? Эй, я сказал, прячься! Реджи, ты цел? Да, порядок. Пойдем к следующему ретранслятору. Извини, это слишком опасно. Тебе со мной нельзя, дружок. Итак, следующий ретранслятор у нас где? Эй, помнишь меня? Я тот специалист по ретрансляторам. Ой, и звонок на второй линии. Юджин, это Далсин, слушай. Твои летучие друзья наверняка ведь проводили разведку местности, а? Да. Отлично, помоги мне кое-что найти. Знаешь, такие светящиеся ящики, которые Дес везде расставил? Ага, сейчас. Один такой недалеко от тебя. Спасибо. Кстати, я видел, на улице обижали подозреваемых в биотерроризме. Может, поможем ребятам? У меня теперь свой меч. Что скажешь, а? Меч вообще зачетный, скажи. Да не то слово. Раз уж я тут, можно и приложиться. А, черт. Юджин, извини, что прерываю твое общение с демонами, но меня атакуют снайперы. Давай, двигай-ка сюда, а? Нет, я тут посижу. Но я пошлю к тебе ангелов. Надо же, теперь я могу бегать и прятаться. Что же будет дальше? Я хотел спросить. Девчонка из автобуса. Она цела? А, про Нейра? Да, все окей. А, слушай, чувак, она тебе совсем не пара. Сначала научись ползать, а потом уже садись в ракету. А тот тип, который устроил крушение, он ушел? Хэнк? Хэнк его поймала Августина и убила. Правда? В автобусе он только и говорил, как вернется домой к дочке. Ничего. С Августиной я скоро разберусь. Хорошо, когда есть пара помощников. Посмотрим. Я могу исчезнуть, ударить и убежать. Ха, против авиации мне это не очень поможет. Куда? Это же самое веселое! Клево!
Юджин, не сочти меня неблагодарным, но почему твои демоны такие трусливые? Я думал, они нужны только для разведки. Слышь, ну ты чё? Ну нельзя же так делать. Мы проводники, своих не бросаем. Ладно, исправлюсь, обещаю. Еще один нашел? Это довольно близко, спасибо. Слушай, Делсин, в то же место направляется кучка дезовцев, но не бойся, там у тебя будут помощники. Отлично, мы с твоими ребятами этих гадов натянем. Мне все равно, что там у них, главное, я не один. Мутанты, вперед! Да, ура, все такое. Но у меня плохие новости. Я нашел еще один ретранслятор. Что ж тут плохого? Рядом с ним куча бойцов Деза. Может, хватит у тебя сил? Зачем еще рисковать? Мы ведь даже не знаем, что ты получишь. Юджин, только не надо опять трусить, ладно? Нет такой задачи, с которой не справятся два альфа-самцовых проводника и куча ангелов с демонами. Прям так и альфа-самцовых. Как буду там, позвоню. Короче, Юджин, вот мой план. Я незаметно обойду их, а ты... Ура! Ладно, план Б. Ну же, Юджин, ты способен на... А вот и салют! Делсин, я надеюсь, ты приобрел что-то мощное, потому что сейчас начнется. Сейчас вам будет ад, рай и Делсин. Ого, Юджин, что ж ты раньше-то стеснялся? А, у меня маленькое замечание. Ад, рай, Делсин и Юджин. Нет, хочешь попасть на обложку, тогда вылезай из своей берлоги. Ну, не знаю. Люди меня не любят. Да не гони, все тебя любят. Тот парень, которого ты только что спас, он так и орал. Юджин круче всех! Откуда он узнал мое имя? Без понятия. Вот был бы ты тут, сам бы и спросил у него. Но, вообще-то хорошо было бы и другим людям помочь. Молодца! Тогда скажешь, как будешь готов. Реджи, извини, что так долго. Во-первых, я рад слышать, что ты все еще жив. А во-вторых... Ты сначала посмотри, что я теперь умею. У меня мечи и ракеты, и демоны, которые пикируют прямо с неба. Да, звучит опасно и глупо. Ну и круто, отчасти. Спасибо. Скорее бы показать это все Августине. Слушай, ты мне не поможешь?
Я тут слежу за акулами. По-моему, они затевают что-то очень крупное. Да, я с удовольствием. Круто. Приходи к моим владениям, обсудим план. Юджин, открывай, это я! Делсин, привет! Ну что, тусуемся? Да, я готов. Тогда зажигаем. Ну, ты будешь зажигать, а я спрячусь где потемнее. Чё? Типа стелс. Типа стелс. Ну что, придумал план? А помнишь тех арестованных, которых мы спасли от Деза? Вообще-то я помню, что спасал их в одиночку. Но продолжай. Так вот, похоже, акулы их ловят. Они держат пленников на строительной площадке неподалеку отсюда. Очевидно, хотят продать их Дезу. Ладно, давай мы их освободим. Не волнуйся, я пошлю на подмогу моих друзей. Под друзьями, я надеюсь, ты имеешь в виду армию архангелов, а не своих сопартийцев по ДНД. Нет у меня сопартийцев. Слушай, Юджин, нельзя же быть таким занудой. Я на месте. Где твои друзья? Скоро будут. Но тебе нужно заглянуть внутрь. А они замкнутые пространства не любят. Супер! Ангелы-клаустрофобы. Какие еще слабости есть у моих напарников? Ну, в воде они беспомощны. Ну, я тоже. Это подойдет. Дальше. Само собой, раз уж я здесь. Класс, тут стройка, а я каску забыл. А, два есть. А ну, резко зачни его сюда. Эй, кто там шебуршится? Выясни, что... А вот это здесь. Они ничего не поняли. Умеют же эти акулы людей прятать. Стоп, я слышу вертолеты. Давай на крышу. Вертолеты ДЭС забирают грузовые контейнеры. Значит, проводники внутри. Черт, опоздал. Нет, нет, видишь ангелов? Они постараются прижать вертолеты к крыше, чтобы ты смог запрыгнуть на контейнер. Ага, сейчас я прыгну на движущийся контейнер, когда до земли 4 этажа. Видишь, как много ты теряешь, держась в стороне. Когда запрыгнешь, просто перебей трос, на котором держатся контейнеры. Мои ангелы их подхватят. Заметано. Я не дурак, я герой. Как дела, ангелы? Thank you.
Клёво! Сёрфинг на контейнерах! Юджин, вот тебе ещё один! Ангелы, ловите! Всё как по телеку. Это последний! Делсин, последний контейнер упал в Дэнни Парк. Застягиваются силы Деза. Не дай им забрать проводников. Я вам этих людей не отдам. Трюк для вечеринки. Можешь сюда еще ангелов прислать? Да, но не прямо сейчас. Мне надо прямо сейчас. Оставшихся ангелов хватит минуту на две. Нет, так не должно быть. Только не вздумай меня бросать. Слушай, я не могу, я больше не могу. Фу, вот это удар. Юджин, нет, спокойно. Юджин, отвечай, чувак. Ты что, бросил меня у алтаря? Я пришел! Юджин, это ведь ты, правда? Сейчас вы поставите! О, не завидую я вам, ребята! Ну, юный ангел, добивай оставшихся! Юджин, когда мы закончим с этим, научишь меня своим трюкам? Ты недостоин! В ангельском обличии ты делаешься еще занудней!
Ух ты! Кто решил вернуться в реальный мир? Да, ты меня убедил. Дам людям еще один шанс. Ну, тогда от имени людей. Спасибо. Да, но я так решил. Если подведут, тогда я их всех зажарю. Молодчина. Прикольный чувак. О, это чувство. Делсин, телек рядом? После Юджина всегда рядом. В новостях сказали, был взрыв на башне. Потом опровергли. Найди точку, откуда хорошо видно башню.